время, когда проводишь свои выходные необычно. Совсем другие решения принимаешь, думаешь по-другому. А готовился, как обычно, к суровым условиям. В данный раз нам очень повезло с погодой. Сегодня 1 ноября, и решили мы долезть первый проход, который мы уже около года пытаемся залезть по центру Мраморной горы. Выбирать объект долгое время, присматриваться, приглядываться и раз в год, конечно же, выезжать с целью сделать новый маршрут. Погода хорошая сегодня. Было солнце и немного ветра. Местный крюк. Да-да-да, оставляй. Тренировка перед ергаками. Все отлично. Погода самая лучшая. Едем в горы! Это место, куда мы ходим периодически. Начали рано, поэтому впереди еще весь световой день. Это спонтанное было решение, на самом деле. Но оно было согласованное и объективное. Ну, ответить сложно, какая будет следующая гора. Как получится, мы не загадываем. Экипировка Red Fox держала в тонусе. И это существенно прибавляло нам скорости. Ребята, не бросайте на полпути это дело. Занимайтесь. Удачи всем в горах. Вот, снимает. Ребятки, это город.